стоит останавливаться. У перестановок есть такое замечательное свойство, как четность перестановки. Во-первых, давайте я все-таки на всякий случай расскажу, что это такое. А потом посмотрим, как это связано напрямую с арифметикой. Возьмем любую перестановку. Здесь те же самые числа от 1 до 6 могли быть написаны все в любом порядке. Определение. Если мы соединим, каждое число с соответствующим ему в нижней строке, получим какие-то пересечения. Так вот, четность количества этих пересечений называется четность перестановки. А количество называется число инверсии. Инверс – обратный порядок. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот здесь получилось 10 пересечений. Значит, перестановка четная. 10 – четное число. Если бы количество пересечений было нечетным, перестановку называли бы нечетным. Вот давайте посмотрим, такая перестановка, она четная или нечетная? Одно пересечение значит нечетное. Нечетное. Замечательно. А если взять вот такую перестановку? Сколько здесь пересечений? Сама эта перестановка называется цикл длины 4. Обычно для краткости так записывают. 1, 2, 3, 4. 4 в знак того, что это цикл. А так вот, сколько пересечений? Пересечений 3 штуки. Значит, эта перестановка какая? Когда у вас цикл на 4 точках, сколько здесь инверсий? 3. 3. Это перестановка какая? Нечетная. Нечетная. Отлично. А давайте возьмем цикл на 3 элементах. Сколько здесь будет пересечений? 2. 2 значит? Четно. Четно. Легко понять, что всегда, когда у вас есть цикл на четном числе точек, то инверсия будет нечетное число. Наоборот, когда цикл на нечетном, то инверсия будет четное число. Замечательно. И давайте-ка посмотрим вот у этой перестановки. Сколько будет инверсий? Ну, конечно, один способ состоит в том, чтобы взять прямо на этой картинке и нарисовать. Я, конечно, человек смелый, поэтому я могу даже начать это делать, но в общем, я не думаю, что вас порадует, ну, во-первых, того, что надо выбрать, да, вот, я не думаю, что вы хотите, чтобы я завершал эту работу. Вот. Почему? Потому что у нас уже есть два цикла. Этот цикл какой длины? Длины 9. Цикл длины 9, 9 нечетное число, значит, этот цикл четная перестановка. Этот цикл тоже четная перестановка. Значит, ее общий результат четный. Ну, как сказать, вообще-то мы даже могли не считать. Если у нас два цикла, то абсолютно ясно, что даже если они были оба нечетными, все равно нечетное и нечетное в сумме даст четное число. Поэтому, когда два цикла, то одинаковые длины, то даже не обязательно считать, сколько там точек. В общем, здесь получилась перестановка четная. Хорошо. Интересно, а в принципе, какими бывают эти самые показатели?
Может быть, чтобы у нас получилась нечетная перестановка. Оказывается, есть замечательная теорема Гаусса, которая абсолютно четко объясняет, какими бывают вот эти вот числа R, показатели. Если число P простое, то порядок F может быть любым. То есть бывают элементы порядка 1 и бывают элементы порядка P-1. Любым делителем числа P-1. При этом элементов порядка F ровно фи от R штук, где фи функция R. Ну, во-первых, неплохо бы узнать, что такое функция R. Это легко. Это количество чисел от 1 до r взаимно простых с числом r. Во-вторых, неплохо бы хотя бы на примере посмотреть, что это значит. И, ну, в общем, доказать теорему. Она совершенно замечательная. И, между прочим, Гаусс ведь придумал способ построения правильного 17-угольника не просто так, а именно потому, что он занимался вот этими вопросами и понял, что для числа P равного 17 получается циклическая группа, мультиплицированная группа из 16 элементов, ну и гауссовыми суммами занимался и так далее. Так, поскольку я немножко сейчас забежал вперед, то давайте сделаем так. Продолжаю показывать вот эту теорему. Сначала на примере. Сначала на примере P равно 19. Оказывается, если мы с вами возьмем в качестве А не число 4, а число 2, и выпишем каждый раз умножая на двойку, то зациклимся ровно на 18 шаге. Давайте я просто это сделаю. 1, 2, 4, 8, 16. А между прочим, наверное, вы уже все понимаете. Вот смотрите, здесь есть два цикла. Один цикл такой. 1, 4, 16, 7 и так далее. Другой цикл 2, 8. Что сейчас я фактически буду делать? Я буду выписывать по очереди то слева, то справа. 1, 2, 4, 8, 16. Так, 32, на самом деле, не 32. Определение на 19, 32 дает остаток 13. Это вот это вот число 13. Да? Теперь после 16 я пишу 7. Теперь я пишу 14. Теперь я пишу 9, а потом напишу 18. Замечательно. Теперь я пишу 17, а потом я напишу 15. Так. Хорошо. Теперь я пишу 11, а потом я напишу 3. И это правда. Заметьте, почему? Потому что я, когда умножаю на 2, получаю 30, 11 дает такой же остаток, как и 30, определение на 19. Да? Здесь умножаю 22, дает остаток 3. Недолго осталось. Здесь будет 6, будет 12. Знаете, куда я дошел уже? Я дошел вот уже сюда. Да? После 12 будет 24. То есть 5. Так, 5 это вот здесь, да? Потом будет 10. Потом будет 1. Вот. Число 2 – это первообразный корень по модулю 19.
То есть, если рисовать вот картинкой, ну, здесь у меня немножко получилось в виде круга, вообще лучше всего рисовать это просто как правильный 17-угольник. Вот начинаете 1, 2, 4, 8, 16, 13, и так далее. И вот все 18, все нулевые остатки таким образом выписались в виде правильного 18-угольника. Между прочим, если вы знаете, что первообразный корень есть, то вы сразу можете получить и некоторое количество других первообразных корней. Это простой факт из геометрии правильных угольников. Давайте я нарисую эту картинку. Только все-таки не для 18, а для какого-нибудь числа поменьше. Давайте возьмем какое-нибудь число p. Если я двойку 1, 2, 4, 8, то есть 1 зациклилось слишком рано. Давайте попытаюсь написать так. 1, 3, 9, это то есть 2, да? Вот это у меня 3 в квадрате. Умножаю еще на 3, получаю 6. Это то же самое, что 3 в кубе. Еще умножаю на 3, получаю 18. Остатка деления 7 – это 4, то есть это 3 в четвертой. Еще умножаю на 3, получаю 12, то есть 5, это будет 3 в пятой. Ну и еще умножаю на 3, получаю 15, то есть остаток 1. Все, замечательно, зациклилось. Вот он, шестиугольник. Каждый отрезок – это умножение на 3. При движении по часовой стрелке происходит умножение на 3. Так вот, у правильного многоугольника есть замечательное свойство. Если вы возьмете его вершины через одно и то же количество, то вы в какой-то момент зациклитесь. Единственная проблема, я пример выбрал крайне неудачно. Число слишком маленькое, и поэтому, как только я вот здесь иду, я слишком рано зацикливаюсь. Но по диаметру тем более. Все, плохой пример. Плохой пример, на p равно 7, неинтересно. И, кстати, даже понятно, почему неинтересно. Дело в том, что функция Эйлера числа 6, ведь в теореме обещают, должно быть φ от p минус 1. Да, p минус 1 – это 6. Количество чисел взаимопростых с числом 6 от 1 до 6 – это 2. Вот. Поэтому на самом деле здесь вот есть умножение на 3, а в обратную сторону, если идти, то это будет умножение на 5. Да? Вот. Соответственно, 25 определение на 7 достаточно 4 и так далее. По модулю 7 есть 2 первообразных корня. Это число 2 и число 5. Неудачный пример. Хорошо, давайте возьмем число побольше. Пусть у меня будет 11. Тогда нужен 10-угольник. Ничего, выдержим. Вот это 5-угольник. 1, 2, 4, 8. Я не знаю, получится ли у меня сейчас, но я пытаюсь проверить самое маленькое число, двойка первообразного корень или нет. 16, то есть 5, 10. Слушайте, хорошо, не зациклилось. А если до этого момента не зациклилось, значит, ты уже не сможешь, потому что циклов такой большой длины не бывает. Так, 20, то есть 9, 18, то есть 7, 7, 2, 14, то есть 3, здесь 6. Вот отлично. Я выписал таким образом степени двойки по модулю 11. Вот вам правильный 11-угольник. Ну, если аккуратно нарисовать ровно, то можно было бы получить действительно красивый 11-угольник. А вот теперь смотрите.
чему равняется фи от 10? Сколько чисел от 1 до 10 не делятся ни на 2, ни на 5? Это числа 1, 3, 7 и 9. Это 4. Так вот, я уже понимаю, что есть два прямообразных корня. Но на самом деле есть еще. А именно, смотрите, я могу идти через две точки. Не знаю, как. Понятно, наверное. Возникает такая штука. Понимаете? И какое число получается тоже прямообразный корень? 8. Вот здесь было 2, 2 в квадрате, 2 в кубе и так далее. А здесь 2 в кубе, 2 в шестой, 2 в девятой, ну и так далее. Каждый раз показатель увеличивается на 3. Вот. Ровно такая же ситуация, конечно, есть для 15. Вот у нас есть всего 18 чисел. Я могу взять любое число, взаимно простое, с числом 18. Вот 2 в первой степени – это прямообразный корень. А какие еще бывают взаимно простые? 2 в пятой, 2 в седьмой, 2 в одиннадцатой, 2 в тринадцатой. И 2 в 17. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Фи от 18 легко проверить,